Значит, вот я анекдот хотел рассказать. Значит, ну, классическая ситуация. Ворона из басни Крылова сидит на веточке с сыром санкционным. Ну, или неважно, каким сыром. Значит, ну, ждет, когда лиса пробежит по сценарию. Лиса в это время незаметно подбирается к вороне, значит, ну, у нее там специальные альпинистские когти. Она забирается на дерево, подкрадывается незаметно к вороне сзади, и по затылку ей бейсбольной битой так хрясь. Ну, естественно, сыр улетел, с ним была плутовка такова, ворона сидит такая: ни хрена себе, басню сократили. Это я к чему? Просто у меня эпиграф к следующей песенке. Очень известное стихотворение из нашей школьной программы. Наши, я имею в виду, вот, ну, наверное, уже теперь могу сказать, нашего поколения. Вот, не знаю, сейчас есть ли это стихотворение в нынешней школьной программе. Написал его Владимир Владимирович. Ну, не этот. Владимир Владимирович Маяковский. Вот. Я его до безобразия сократил, но оно мне было нужно. Как в подводке к этой следующей песне, она тоже новая. У меня растут года. Так, нет, подождите. С той школьной программы есть люди, которые уже сразу говорят, действительно. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься? Книжку переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус. Помню, мы в школе учили стишок. Классик-поэт в нем рассказывал детям, мол, хороши все работы, дружок. Сотни профессий на нашей планете. Выбрать на вкус я не принял совет. Я за отцом и за братом тянулся. Ну и, конечно, примером был дед. Тот, что из неба войны не вернулся. Бабушка мне говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Годы летели, я с ними летал, и вспоминал я нередко бабулю. Чаще, когда прямо в металл, мне молотили снаряды и пули. И в этот миг мне казалось предел, миг, когда тетка с косою цеплялась. К бабушке срочно вернуться хотел, чтоб мне с порога она улыбалась. И как тогда говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Время, как пуля на вылет или в лёд. Бабушка к деду давно улетела. Только мне кажется, каждый полет смотрят они, чтоб меня не задело. Дед словно рядом команду дает: бей их
их внучок, атаку я прикрою. Отвоевал я теперь твой черед. Помни, что с бабкой мы рядом с тобою. Бабушка с дедом твердят мне, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Всегда аккуратно. Всю жизнь летал, было влетал, но возвращался обратно.